Привет, ребята, меня зовут Костя, и с вами снова канал Лего Обзоров и Самоделок. Сегодня мы рассмотрим очередной набор фирмы Deku. Артикул 2222 от 6 лет, вот такой темно-зеленый мини-купер. Ну что, не будем отвлекаться и приступим к нашему обзору. Вот коробка, 62 детали, на лицевой стороне изображен автомобиль, а также информация о том, что данная модель является инерционной. На обратной стороне можно увидеть изображение еще нескольких наборов из этой серии, а также рассмотреть размеры машинки. В длину она 8,3 см, а в ширину 3,8 см. Ну что? Откроем упаковку. И внутри находится вот такой пакет с деталями, инструкция, и большая инерционная пластинка. Давайте приступим к сборке и обзору. Вот наш автомобиль, давайте рассмотрим его поближе. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это колесные пары. Передняя часть здесь немножко ниже, чем задняя. Обусловлено это тем, что позади располагается инерционный механизм, который позволяет разгоняться нашему автомобилю до определенной скорости. На колесах располагается легкая имитация литых дисков, а спереди установлен бампер, фары и радиаторная решетка. Позади есть небольшой багажник и точно такой же бампер и вот такие красные фары. Если внимательно посмотрите на машинку, то увидите, что здесь есть даже сиденье. Давайте я вам покажу. Два сиденья и небольшая приборная панель. При желании можно убрать заднее стекло, и тогда мы получим летнюю версию, вот такой компактный симпатичный кабриолет. Конечно, человечек в нашей машинке уже не поместится, потому что он намного больше данного экземпляра. В целом, этому набору я могу поставить твердую четверку, потому что детали крепятся, детали не отваливаются и никаких проблем при сборке не возникает. Но в сравнении с настоящим Лего, безусловно, этот наборчик проигрывает. В целом, по качеству деталей, этот конструктор примерно схож со своими аналогами из этой серии. Так что, если кому-нибудь интересны обзоры еще на два этих набора, то без труда вы сможете найти эти видео на этом канале. Ну а сегодня мы рассматривали вот такой небольшой симпатичный темно-зеленый мини-купер. Надеюсь, вам понравилось. Ну вот и подошло к концу наше видео. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, вступайте в нашу официальную группу ВКонтакте. Ну а я же с вами не прощаюсь и, как обычно говорю, до скорых встреч!